глубоко уважаемые коллеги, мы очень рады возможности пригласить вас на заседание Московского онкологического общества в рамках Большого онкологического конгресса, который проводит Ассоциация онкологов России. Безусловно, крайне интересное событие, год от года собирающее все больше и больше участников. У нас будет возможность присутствовать не как в прошлом году в онлайн-формате, но уже и лично в общении. И в этом плане нам, еще раз хочу сказать, очень приятно вот ту возможность, которую нам предоставлена, организовать такую секцию Московского онкологического общества, где можно будет познакомиться с наилучшими практиками, которые на сегодняшний день в Москве существуют как в московских, так и в федеральных учреждениях в оказании помощи онкологическим больным. Думаем, что будет очень интересно, можно будет подискутировать на самые разные темы, обсудить дальнейшее развитие, планы дальнейшего развития общества и просто провести с пользой время и в таком хорошем, приятном профессиональном общении. Ждем вас и желаем всем успехов.